Из книги «Открытым оком», том 13, тема Лапкин книги, вопрос 2760. В ответ на ваши книги, на вашу критику Московской патриархии, выступал ли кто-либо с ответным словом публично или в прессе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не считая хулы отступников из нашей общины и какого-то еретика Олега Моленко, отзыв которого в вопросе 2355, иных не припомню. Псалом 73:22. «Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного». Положительные были, а вот серьезного отзыва на основании Писания нет ни одного. Думаю, что и быть не может никаких возражений. Если человек читает с молитвой и в Духе Святом его жизнь. Исайя 51:7. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой». Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. 2 Петра 2:2. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Враги, как саранча, со всех сторон, и стрелы, словно дождь, полили с неба. Такой падеж, невиданный урон, у осажденных нет ни крошки хлеба. Отвага в гарнизоне через край, но нет воды в сосудах, в водоемах. Того, гляди, в полон смогут забрать и распродать рабов в войне плененных. Не так ли душа вовне, внутри штурмуется то похотью, то злобой, гнев на жену? На деток слышен крик с утра не за столом, на месте лобном. Супруга искушает непокорством, невыплата получки, дым столбом. Жить одному покажется так просто. Монахам грезится подтопленный Содом. Исходит в немощи, в поту, в изнеможении. Ничья-то моя незримая душа. Выходит, для себя я недруг и мошенник. Подножку ставил, искренне мешал. Мой недруг — это я, мой эгоизм тщеславный. То не по-моему, и это не по мне, выпячивает грудь, себя считает главным, сгорает на постели в сладостном огне. Обещанной победой дорожу, со мной она одержана, не мной она одержана, Иисусом. От падающих трупов только шум, им к отступлению поход оставлен узкий, проход оставлен узкий. Ущельем этим и мне пришлось бежать, о чудо! Покаяние во вретище и в прахе. Кто со слезами сеял, с весельем будут сжать, где пыль гумна преизобилием пахнет. Спокойствие, уверенность в победе нам Библии обещано не ложно. Разбогател неслыханно смирением самый бедный. Меч, Слово Божие, у них не заржавеет в ножнах. 15 апреля 2005 года. Игнатий Лапкин.